Всем привет! Сегодня у нас 18 июля. Начинает поспевать такой сорт инжирного нектарина Донат. Сорт мне очень нравится. Очень вкусный, товарный, красивый, сладкий, ароматный. Он просто сорт бомба. Это у меня саженцу 2 года. Я прививал его на жердель. Вот что я его сейчас снимаю, чтобы показать, что он очень быстро входит в плодоношение. Тут с него уже детвора чуть-чуть сорвало, штучек 5, наверное, нектаринов. Вот такие вот висят. Красавчики. Солнце засветило. Плохо. Дерево, оно вот в мой рост, на жердели гонит хорошо. Плоды тоже крупные. Плоды крупные, красивые. Вот полностью плоды вот тут в тени. Тут солнца не бывает вот с этой стороны. Все равно они покрыты румянцем. Красивым. Так, сейчас сорву этот, сважу, какой он по величине. А потом подойду к дереву, которому 5 лет. И уже покажу, какие они на том дереве. Какая у него, какой у него потенциал урожайности. Так, сейчас попробуем. Они уже, да, мягенькие. И держатся крепко. Ой, аж сок. Вон аж сок. Сейчас сорву, а потом покажу вес. Так, сорвал я несколько плодов этого сорта. Самые мягкие, тишу. Самые мягкие. Сейчас вот сважим, посмотрим, какой вес у него. Сорт товарный очень. Транспортабельный. 144 грамма. 154 грамма. 136 грамм. Ну, вес достойный. Вес достойный. 139 грамм. Вот поменьше. 122 грамма. Я потом включу. Так что вот такой у него вес. Ну, сейчас вот спелый, что я так сорвал у него дальше. Сейчас разрежем, попробуем. Так, разрезал. Вот видно, что он сочный. Вот видно, что он, с него все течет. Что он спелый. Сейчас посмотрим сок. Он с него капает, течет. Это дишь резко, Сёмая. То есть вот такая вот кремовая мякоть у него. Очень, очень сорт вкусный. Так. Вот крупный я разрезал плод. Вот какая красивая мякоть. Косточка пол отделяется. Можно сказать, плохо. Не то, что она хоппи отделилась, полу. Такой цвет мякоти кремово-белый. Сорт вот, я сижу, вот он так пахнет, вот как духи. Запах такой прям идет от него. Супер, весь сочный. Сейчас попробуем. Вкус эталон, просто не передать, это только надо попробовать, какой у него вкус. Ароматный, сочный, сладкий, ну просто. Я еще ни одного не пробовал, ни персика, ни нектарина с таким вкусом, как этот сорт. То есть сорт очень достойный, я его советую всем. Он у меня ни разу не подмерзал. Обычно поспевал к 1 августа, но вот, получается чуть раньше в этом году начал поспевать. То есть плоды такие вот в руке. Такой плод. Такие вот. Если на солнце они будут аж черные. У меня тут получается контейнер стоит рядом. И солнце мало тоже попадает на него. Что он не сильно прям такой, что есть чуть-чуть. Ну, сорт очень достойный. Так, сейчас я пойду к дереву, которому 5 лет, покажу, какое оно, какой у него потенциал по плодоношению.
какая загрузка и как он тянет урожай. Так, вот я подошел к дереву. Вот как загруженный этот нектарин. Он тоже в паутине растет. То есть на каждой веточке он весь красный. Вот так вот. Такая красота. Такая красота. На том дереве он чуть-чуть раньше начал поспевать, но тут тоже некоторые плоды мы рвали. Он горит, красавчик какой. То есть нектаринов очень много. Очень хорошо он переносит зимы. А сейчас с другой стороны обойду. Тут оно неудобно. О! Вот это потенциал плодоношения, я понимаю. Вот это красота. Что можно хоть похавать его. То есть они вон висят. Их куча в листьях. Вот такой вот нектарин. О, на солнце, вот где солнце больше попадает, они более краснее. И все равно в середине кроны. То есть я как бы его сильно нагрузил, но прирост тут можно видеть одногодний. Он был обрезанный, получается, вот так весь персик. Вот. Чей персик, нектарин. Вот это такие приросты пошли в этом году сильные. То есть вот боковые приросты. Вот можно видеть. Прирост хороший. Вот боковой прирост отличный. Вот это вот так он плодоносит, показывает себя. То есть постоянно я его как посадил, но начал на второй год показал первые плоды. И в последующие годы вот он каждый год с урожаем. Один год отсыпался кондор, Flame and Beauty, PF23 осыпался. А этот как был, так и был. Вот снизу. Можно видеть, сколько его тут висит. Вот такой вот сорт бомбовый. Что самое интересное, очень вкусный. Это он по вкусу покамись среди всех. И урожайность сегодня тоже бешеная. Вот тут около одного дерева. Вот это вот одно дерево все улеплено урожаем. Обязательно сажайте себе этот сорт. Вы будете очень довольны. Как он плодоносит, какой имеет вкус, как он зимует. То есть единственное, его надо по-любому за 2 недели до поспевания, за 3, побрызгать. Что этот сорт донат от сорт Концетина, Свич или Хорус. Потому что может подгнивать. То есть начинает тут может подгнивать и друг к другу прикасаются, может гнить. У меня один год такое было, первый год. И я решил, чтобы не потерять урожай, обработать, чтобы он не гнил, то гнилых нету. Все вот видно, они чуть-чуть большего размера, чуть меньшего размера, но гнилья нету вообще. То есть обязательно. За 3 недели, да, отгнили хорус или свич препарат. Я в этом году обрабатывал препарат свич. Так, вот это такой сорт. Итальянский сорт. Брал я его у Коли, у Манька. Он только появился у него. То я сразу себе его решил взять, потому что сорт что красивый, что эксклюзивный. На рынке его мало, практически нету нигде, никто им не торгует. Он завезен в Украину не так давно, так что покупайте. Есть черенки этого сорта, звоните, вышлю для собственной колировки, прививки. Будет у вас такой сорт расти. Получается ствол. И пошел. Вот это такой сорт. Ну, я думаю, что он именно вот на этом дереве через недельку будет готовый. Потому что на том дереве я вот снимал на 2-летке, то он уже готовый. На этом еще чуть-чуть ему надо, ну, попробовать. Да, чуть-чуть еще надо повисеть. Ой. Вот если сравнить сорт Red Heaven, он еще зеленый,
полностью. Он только-только начинает. Только начинает. То этот уже практически... Тут пару дней осталось ему. 2-4-5 дней. И можно его уже кушать. Если бы, может быть, он был на солнце, то было бы, конечно, лучше. Он бы чуть-чуть быстрее был бы. Ну, аромат вообще стоит бомба. Все, всем спасибо, всем пока.